Всем привет! В интернете, наверное, очень много всяких обзоров и видео про Ford Mondeo MK4, но почему-то я редко встречаю Ford Mondeo MK4 в кузове универсал. Так как я люблю универсалы, практически у меня только универсалы в моей семье, пожалуй, моя очередь рассказывать вам про универсал. Ford Mondeo MK4 с двигателем 2.3. Давайте пройдемся вокруг машины, чтобы вы понимали, что она из себя представляет сейчас. Так, машина отполирована, твердым воском вскрыта. В общем, как положено, привел в порядок перед обзором. Чтоб не стыдно было показывать. Можно увидеть зеркало. Привет. Итак, смотрите, это, как вы видите, универсал. Но что это за универсал? Давайте я вам покажу. Ведь универсал — это что? Просто сарай, да? Просто сарай с большим багажником. Но сейчас я с собой, кажется, должен был взять рулеточку. Это самый большой универсал из всех вариантов, из всех доступных на рынке в своем классе. Он самый длинный. Может быть, не самый широкий, но у него очень огромная вместительность. Вот у него только вот багажный отсек. 1,10 м можно грузить. Вот. Видно, да? До упора там. 1,10 м по длине. Это я не брал вот самую широкую часть. Тут можно 1,15 м грузить. А по ширине... Сейчас я вам скажу. Палки, так вот у нас по ширине 1,20 м, значит 1,15 на 1,20 м, вот так вот. И по высоте давайте, чтобы уже как бы все параметры у вас были. Так, 76 сантиметров, 76 сантиметров по высоте, 115 по длине и 120 по ширине. Я не встречал еще таких универсалов, а ведь у меня их было много. Даже легендарный Subaru Outback, тот, что у меня был вот этот 16-го года, там не такой большой багажный отсек, как здесь. Поверьте мне, я сравнивал. А как еще определить, насколько большой у тебя багажник? Это загрузить туда шмоток. А вот сколько и каких, это можно судить уже по-разному. Допустим, случается военное положение в стране, и ты понимаешь, что вот тут рядом прилетают ракеты, и ты понимаешь, что тебе надо сваливать из дома, потому что рядом прилетают ракеты. И что ты делаешь? Ты берешь все вещи, которые тебе нужны на тот момент, и валишь, и быстро валишь. И как вы думаете, я загрузил туда абсолютно все из вещей, что мне было необходимо. А это, ну, во-первых, вся моя семья. Жена, дочка, собака, кошка. Вещи на собаку, то есть там кое-какие ее места, где она спит. Ее там корма. А это, извините, да, вы представляете, корма высотой 1,5 м, ну, 1,20 м высотой, эти сундуки, вот эти мешки с кормом. И все наши вещи, включая технику, телевизор, а у меня 58-я диагональ, компьютеры, ноутбуки, всю технику, которая вот тебе как бы в жизни важна, нужна, все загружаешь вот в этот вот автомобиль,
и едешь. Более того, загружаешь еще и вещи своих родственников, потому что у них седанчики, и в них много не влазит. Понимаете, да, всю картину? Получается, мало того, что все свое загружаешь, так еще и вещи родственников закидываешь. Сундуки вот эти вот, самолетные, большие, как положено. Так, что ж тут по машине? Давайте немножечко... покажу. Во-первых, если сажусь вот на свое место, сейчас немножечко назад, вот, вот я сел на свое водительское место, у себя все отрегулировано, вот так как я обычно вот езжу. А теперь идем на заднее сиденье. Пакетики сейчас приберем в сторонку. Ну, смотрите. Вы понимаете, да? Я извиняюсь. Тут спокойно можно сесть. Ногу за ногу закинул. И вот прям, ну, вообще офигенно. Вы понимаете, что я вот вообще не напрягаюсь, сидя сам за собой на кресле. Место здесь пипец сколько много, очень много места. Сзади это просто королевские места. Сейчас еще и вот так вот, как там блогеры делают авто, да, вот так вот сели, вот так вот дверку прикрыли и наслаждаешься. Ты наслаждаешься поездкой сзади на дальняки по городу, неважно. Ты наслаждаешься, ты кайфуешь, потому что здесь очень много места. Помимо того, что багажник здоровенный, еще и здесь места немерено. Для задних пассажиров есть обдув с регулировкой. Электростеклоподъемники, динамики, 8 динамики. Просто кайф. Вот так вот садишься и понимаешь, что здесь бизнес. Уровень бизнес просто аж очуметь какой. Так, давайте прокатимся. Так. Ключик как положено. Ford, оригинал. Какой есть. Включается тихо, спокойно. Сейчас мы, наверное, включим кондиционирование и будем кайфовать. Так, надо обязательно пристегнуться, потому что этот будет возмущаться, пищать о том, что люди не пристегнуты. Даже когда пассажир рядом сидит не пристегнутый, он возмущается. Ну да ладно. Все, покатились. Сейчас немножечко прокатимся. Посмотрите, как оно в движении. А в движении этот автомобиль очень мягкий. Это такой крейсер. Не Москва, конечно. Крейсер сухопутный. Как таун-кар. Очень мягкий, сбитый в поворотах. Очень комфортный в управлении. Ну, это Ford, в принципе, он должен быть такой. Даже когда у меня Focus был, тоже было очень приятно в управлении. По шумоизоляции. Вот мы едем по не совсем ровной дороге. Здесь довольно тихо. Вот у меня был Шевик. Вот Шевик был намного громче и жестче. Хотя это был джип на 17-х дисках. 235-я резина была. 235 на 70. Так у меня здесь сейчас стоит 225 на 45. У меня он мягче, чем тот, что был у меня на 235 и 70. Тут намного мягче.
какие-то рельсы. Я, допустим, вот не могу сказать, что вот есть какой-то дискомфорт при переезде рельс. Двигатель мало очень слышно, только когда, естественно, оборотов там добавляешь. Но здесь шестиступка, здесь, чтобы ехать на шестой передаче, надо уже за 100 перевалить. Ну вот мы едем сейчас 90, сейчас еще чуть добавлю, давайте вот 100. Километров в час в этом автомобиле — это его, наверное, самая любимая, самая крейсерская скорость с самым минимальным расходом. Да, объем 2.3 не совсем экономичный для нашего региона, для нашего города сейчас так особенно. По городу у меня меньше 15, наверное, 14-15 не выходило, ну, зимой. Летом я по городу практически сейчас и не езжу. Машина в большей степени стоит дома, так как у меня еще есть второй автомобиль, Nissan Rogue 18-го. У меня, в принципе, уже и оба ненужные автомобили, как таковой. Задач уже таких нету, как было до февраля месяца. Тут впереди у нас лужица, мы, наверное, не будем туда ехать, мы развернемся чуть раньше. Сейчас подождем, как проедет, втыкаем заднюю. Не запачкать автомобиль, то столько сил было потрачено, на чтобы это все вымыть. И по лужам кататься, ой, как не хочется. Все, едем обратно, в принципе, весь основной материал у меня есть. Здесь круиз-контроль. Не адаптивный, а просто выставляешь скорость, отпускаешь педаль газа, и он сам регулирует. Он сам ее поддерживает. Ну, проехались по ямкам, побухтело немножко, но там больше, наверное, то, что в кульке лежит, позвенело. Наверное, это самый лучший вариант для апокалиптического мира, когда нужно с собой увезти очень много вещей и при этом очень быстро. Ford Mondeo для этого самый лучший вариант. Грузить в него вещи — это одно удовольствие. В него залетают 4-метровые профиля для гипсокартона, вообще налегке. Очень комфортное управление, просто наслаждаешься, едешь и наслаждаешься. Недаром это все-таки самый большой универсал в своем классе. Тут привод на передние колеса, есть варианты на полный привод, но мне такие не попадались в Украине. Интересно было бы попробовать, конечно, на полном приводе, но у нас такие не найти сейчас. Да и цена, я думаю, там будет гораздо веселее. Вот.
Приехали, ставим на парк, ручник. Все, автомобиль великолепен. Даже вот, что я могу про него сказать, за он почти вот год владения, вся ходовка была перебрана еще в самом начале. Поставил все Limfurter, все самое лучшее. Амортизаторы здесь еще стоят родные, их менять нет смысла, их проверяли, смотрели, они живые, пружины тоже. И что я здесь поменял? Я здесь поменял мультимедиа, естественно, вот этого Китая здесь не было. Поменял динамики в круг, 8 штук тут пищалки и динамики, высокочастотные, низкочастотные. 8 штук динамиков поменял. Звучит это все довольно неплохо. Управление на руле. Ютуб не забанил, я прикручу, наверное. Очень неплохо, довольно неплохо. Проведена полная шумоизоляция автомобиля. Начиная с багажника, который, вы уже поняли, там не маленьких размеров. Двери, крылья, задняя ляда, все обешумлено, вибро и шумоизоляция дополнительно. По двигателю были поменены кольца на номинал. У меня в роликах где-то тоже это проскакивало там в Ютубе. Перед этим она жрала масло сильно. Оказывается, там просто залегли кольца. Поменял номинал, ничего не растачивал, ничего не менял. Другого, только кольца поменял на штатные, родные, которые были. Все. Вот с тех пор уже прошла замена масла. Уже 8, какие 8? Уже почти 20 тысяч я откатал за это время. Все отлично, ни грамма, ни капли, ничего не забрал. Вообще, от замены до замены вообще ничего никуда не ушло. Поменял корпус термостата, он там лопнул, и на трассе у меня вытек антифриз. Благо рядом с СТО, рядом с Киевом был. Сразу там поменял на родную, на оригинал, которая должна быть. Там почти 3000 гривен она стоила, я помню. Главное, что не БУ поставил, а ту же самую, оригинал, новую. И, пожалуй, так, наверное, все. Ну, камеру, естественно, поставил уже вторую. Потому что первая там поначалу работала, потом перестала работать. Сейчас вторую поставил. Ну, естественно, тоже Китай, сейчас же другого нет ничего. Ну, даже не особо нравится мне, как она работает. Ну, включается, показывает, и этого, в принципе, достаточно. Это видно. Главное, что видно. Так как жопа тут длинная, большая, тут поэтому не очень удобно парковаться. Парктроников не хватает. Вот это я бы еще доставил. Но самое интересное, они у меня есть. Я их уже давно купил, но все никак руки не доходит поставить. Ну, я думаю, тоже все это поправим. Ну, а так... А, давай покажу капот. Откроем. Подкапотное пространство. Ford Mondeo 2.3 Duratec NE. Все тикает, как часики. Поставил газовые упоры, чтобы легче было, удобней. Мне еще нравится, как двери закрываются. Сейчас
проедет этот троллейбус, этот трамвайный. Звук очень приятный. Что спереди, что сзади. Резина тут стоит летняя на сезон где-то на этих дисках. Зима на других дисках, на родных, которые у меня были. Там новая резина зимняя. Вот подсветочка на боковых зеркалах. Вот такой вот мой автомобиль. Ford Mondeo MK4 Universal. И да, он продается. Сейчас таких на рынке практически нет. Не то, что практически, а Ford Mondeo Universal с двигателем 2.3 его нет. Он один у меня в объявлении висит. Висит он по цене $8000. Исходя из того, что я пробежался, посмотрел, у меня это средняя цена по всему авторию. По всем вариантам, которые мне показал. А показал он мне варианты только седан. Седан и хэтчбэк. А у меня универсал, я извиняюсь. Это гораздо большая машина. Гораздо интересней. На трассе, во-первых, такие машины гораздо лучше стоят, более вкопанные, припечатанные в дорогу. Ну что есть? Ну что? Давайте, хейтеры, пишите, что вам там интересно. Что не нравится? Рассказывайте. Я про эту машину уже знаю очень много. Я очень недоволен. А вы? Напишите в комментариях. Скоро буду ехать за второй машиной, вот этим за Ниссанчиком. Его должны подсобрать уже, сделать. Покажу, что сделали, и покажу вообще, как дорога выглядит туда. Потому что он за 100 километров от города. Все. На этом. Пишите, звоните. Ой, еще, давай кружок, давай еще, кружись.